У дорожных служб началась горячая пора, причем и в прямом, и в переносном смысле. С наступлением весеннего периода ямочный ремонт в округе стали проводить с помощью горячего асфальта. В Звенигороде работы начались с главной улицы. Улица Верхний Посад, потом она переходит в Депутатскую, она является у нас подъездной дорогой, ну, въездной группой в город Звенигород. Соответственно, дорога с наибольшей интенсивностью движения транспорта, поэтому основные жалобы поступают по этим дорогам, которые являются подъездными, потому что их используют в своей жизнедеятельности максимальное количество водителей. Зимой в период с 1 января 2023 года холодным литым асфальтом было выполнено порядка 200 квадратных метров ямочного ремонта. А ям в этом году из-за резкого перепада температур в зимний период было немало. Ввиду того, что погодные условия такие, что частые переходы через нулевые отметки, происходит разрушение асфальтобетонного покрытия. Поэтому вынуждены для обеспечения безопасности дорожного движения в первую очередь проводить такие работы. За прошлый год в муниципалитете было отремонтировано порядка 8 тысяч ям. В этом уже около 1000. Прошлый асфальт, который вылетел ямочный, мы удаляем, фрезеруем, обрабатываем битумом и укладываем асфальтную смесь. На летний период заложено порядка 4500 квадратов ямочного ремонта. Кроме ям на дорогах округа образовалось много трещин. Пока они не препятствуют движению автотранспорта, но их тоже необходимо прочистить и залить смесью, чтобы не допустить их превращения в ямы. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».